Приветствую вас, и для начала хотелось бы у вас, наверное, все-таки спросить, с какого момента и почему доверие пропало? Что сделал такого ваш супруг, что утратил ваше доверие? И дальше вам необходимо ответить себе на такой вопрос. А есть ли шанс это доверие восстановить? Есть ли шанс, что оно придет в норму? И, наконец, самое главное. А есть ли желание восстановить доверие у мужчины? Есть ли оно у него... Понимает ли мужчина, что доверия к нему у вас больше нет? Осознает ли он, что вы ему не доверяете? И если да, то делает ли что-то, чтобы это исправить? Если да, то почему вы не принимаете его действия, его попытки? На чем основано ваше недоверие к нему? Вот, пожалуй, эти вопросы в обязательном порядке вам необходимо проанализировать по-настоящему, ответить на них. А дальше, я думаю, вам нужно выбрать эксперта и проработать с ним подробно проблему, потому что исходя из того, что вы написали сейчас, вы как бы констатируете факт. Но вы не говорите ни при посылке, ни следствие, ни вообще чего бы то ни было еще. А для того, чтобы вам помочь, нужна информация. И в первую очередь информация касается того, чего хотите вы, чего хочет ваш муж, и насколько ваши желания совпадают. Потому что если, допустим, ваши желания совпадают, но вы не можете их правильно оформить, в этом мы вам поможем. Если ваши желания напоминают разносторонние векторы, то никак не получится заставить, допустим, вас примириться с желаниями мужа. Ну, то есть, занять его сторону, принять его точку зрения, да, и сделать его желания своими. А у него никак не получится сделать то же самое в отношении вас. И чтобы понять, можно ли вам помочь, нужно ответить на эти вопросы. И с этого вам необходимо начинать работу по восстановлению, по улучшению, по сохранению своей семьи. Если она вам дорога и вы не хотите ее потерять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.